До нашої студії завітала вже Євгенія Пишняк, наша постійна гостя, наша дизайнер, яка сьогодні покаже, як можна зробити ось таку красу для вашого інтер'єру. Бо і скоро свято у нас, і взагалі весняні свята, хочеться якось прикрасити свій інтер'єр, свою квартиру. Я думаю, з такими квітами буде просто неймовірно. Ну що, давайте почнемо. Да, добре утро, давайте почнемо. Що нам взагалі треба? Що нам нужно? Якщо подивитися навіть звідси, от як взагалі конструкція, от що нам треба для такої квітки? Нам нужна гофробумага. Ну, у нас сьогодні буде два цвітка. Буде один цвіток із твердої гофробумаги, або по-другому її називають ще цвіточна гофра. І звичайна гофра, яка ну, м'яка, вона більш така, піддається, в общем, не водостойка, а твердая, она более стойкая. Что мы будем делать? Для розы мы нарежем, ну, можно нарезать лепестки, либо же сделать не лепестками, а немножечко так схитрить и облегчить себе работу. Так, да, так как это трудоемкая работа, я ищу легкий путь. Нарезаем, берем гофру, обычный рулон, и режем небольшими размерами, то есть начинаем с маленького серединки. Я взяла 2,5, она здесь поделена на полосочки гофра, ну вот вся здесь больше видно, видите? И вот я первая, у меня это 2,5. 2,5 отрезаю, и потом по размеру лепестка мы нарезаем, вот, то есть следующая идет уже у меня уже 4, ну вернее 3,5, чуть больше 4, потом идет уже 5. Вот такой лепесточек. Нет, серединка вот, ось, потом да, следующая. Да, у нас будет два цвета в одном цветке. Потом идет уже 6,5 и уже последние 7 идет. Вот. Так. И начинаем. Чтобы, допустим, не резать на лепестки, можно сразу всю гофру отрезали полосу. И начинаем ее резать тоже. Начинаем с маленького. Делаем такие полукруглые края, ну, как в виде лепесточков. Гофра, она тянется. Нужно обязательно взять вдоль, чтобы потом можно было ее растянуть, сделать лепесток. И начинаем вырезать. Получается, первый у нас меньше, следующий чуть больше и чуть больше до края. Это очень-очень быстро можно сделать. Не обязательно сильно аккуратно там придерживаться, что вот... Тобто ми не вирізаємо окремо, а вирізаємо саме одразу. Так, да, так швидше буде збирати лепесточок. І постійно ми збільшуємо, так, його? Так, да, постепенно ми його увеличуємо. Ну, да. От ми вирізаємо. Быстренько. Мені здається, це навіть робота для тих, у кого ну, не вдається якось рівно порізати. Наша майстриня каже, що можна да, якось на це не дивитися, можна робити як хочеш. Да. Это не, если лепесток край неровный, ничего страшного, потому что мы его все равно будем подкручивать. Так, давайте потом покажем, мы придаем... что у нас вышло. Ось так маю у вас выйти теж, да. Вот. Від меньшого до більшого. И начинаем работать. Это будет наша серединка, серединка нашей розы. И начинаем растягивать края. Эта бумага достаточно плотная, поэтому вы можете, это не пробуй. Вы можете... Мне не подобается. Да. Можете быть более уверенными и не бояться ее порвать. Потому что ну, на самом деле да, достаточно сложно ее порвать. После того, как мы растянули, берем шпажку и подкручиваем край с одной стороны и с другой. Можно сразу подкрутить или так, можно уже шпажку, после. После того, как вы соберете середину. Це мені треба тут подкручувати? Я предлагаю, чтобы потом... Чтобы потом увидеть, почему. То есть показать, как оно выглядит. Поступово, да, робити? Не підкручувати, не одразу? Не сейчас. Да, а вот лепестки мы будем делать сразу. Так. Берем клей. Клей нам нужен силиконовый для бумаги. Очень классно подходит. Раньше я пользовалась обычным ПВА, но для такой твердой бумаги он ну, слабо ее берет. То есть он долго нужно сидеть, держать. И просто берем, начинаем... скручивать. То есть ничего сложного. А что вот мы уже користувалися горячим пистолетом? Можно, да, можно горячим пистолетом. Тоже достаточно хорошо берет и быстро схвачивается. Вот. Так. И делаем... За лечение секунды просто да, квиточка. За секунды получается цветочек. Так, но это будет наша серединка. Это троянду мы робим. Да, мы делаем сейчас розу. Вот, если вы уже сейчас посмотрите, то уже видно.
уже цветочек, для того, чтобы быстрее схватился и чтобы не развалился, я использую скотч. Давай, я допоможу. Давай. Закручиваем. Просто. Да, сильно. Оп. И все. Багато не треба, там так, много не нужно. И начинаем распрямлять. Вот вы видите, посмотрите, как сейчас выглядит серединка. А теперь, если мы подкрутим края, как она будет выглядеть. То есть подкручивание краев придает реалистичности лепестку. Да, краще работать потом. Ну, в принципе, нет, можно и сразу. Просто я хотела, чтобы показать, насколько отличие идет. Что если вы оставите, если оставить, тоже, в принципе, можно, оно неплохо смотрится. Но если подкручиваете, то оно более такое, как будто настоящее. Так, и теперь, после того, как мы все подкрутили, серединка у нас готова. Знаете, мені, от я дивлюся, одначе не папір, а якийсь пластилін. Ти шух-шух, і воно перетворюється в якусь квіточку, дійсно, і воно так класно вивертається. От, так, це ми зараз робимо більше. Ми робимо великі. Ну, я, звісно, вже приготувалась, я зробила ще один тоніший слой, вже готовий, подкручений. Це наступний слой, ми його одразу наклеюємо. Лепесточки я тоже уже заранее подготовила, чтобы у нас было больше времени на другой цветок, который мы сначала начнем, если, конечно, успеем. Так, и теперь так. Просто тоже так же берем. Только вот здесь нужно смотреть, видите, он намного больше. Значит, мы должны его чуть выше поднять. Треба выше, да. И клей тоже, я наверное, готовлю свой скотч. Лишнее мы потом просто отрежем. Ну, в принципе, можно и заранее было это предусмотреть, но... Это мы вообще как гармошечку так мы собираем, чуть-чуть, так? Да, подсобираем, чтобы, смотрим на лепесточки, чтобы это ложится. Где-то подтягиваем, наоборот, где-то подсобираем, чтобы лепесток заходил за лепесток. От які ще варіанти? От, ладно, там з бумаги, а от може ще з чого? Ткань дуже класна. Взагалі, знаєте, береш шарфик, одягаєш, а він такий, скучний, серенький, невзрачний. Хочеться ж якусь ізюмінку, то дуже класно. Я дуже люблю робити, крутити такі ж рози, тільки на шарфіки, теж з лепесточками. Так, Таня, давай скотч. Так, скотч. Стояла, балакала і забула про скотч. Зараз, секунда. Давай, поки ти ищеш. Знайшла. Так. Раз. І все. Так, є. А тепер? Тепер вже більш простенько. Танюша зараз буде все время работать. Тепер, смотри. Ми не підкручуємо, бо я підготувалась. Ні, підкручувати не будемо, будемо потім вже смотреть, коли готовий. Просто наносишь чуть-чуть клею. И уже подклеим сама на квиточку. Да, и уже, тут главное смотреть лепесток, куда, чтобы между лепесточками лежал лепесточек. И тоже смотрим на размер. Чуть-чуть опускаем. Здесь можно серединку тоже подклеить. И вперед. Один есть. Пошли второй. Так. Вот это вот. И поехали. Так, это один вид. Танюша клеит лепесточки, мы пойдем, будем другое делать. Намагаюсь. А это вот такой вот с мягкой гофры. Нам понадобится труба. Труба у меня с пищевой пленочки. Спокойно. Да, я впораюсь. Вы показываете иншу квитку. Хорошо. И я сделала такую серединочку, то есть, когда я обрезала лепесточки, у меня оставались вот такие вот елочки. Я их просто собрала. И сделала вот такую серединку. Подкрутила края, чтобы были такие остренькие. Сделала серединку. Эту серединку мы вклеиваем внутрь. Внутрь нашей трубки. Вот. Так. И видите, не хватает чуть-чуть, поэтому мне нужен Танюша скотч. Вот. Для того, чтобы его закрепить.
Она тримается? Нет, он просто тоненький у меня, серединка тоненькая, угу. Поэтому она не держится. Так, я думала, чтобы она вся клеточка не развалилась. Держи. Это краще было бы скотчем. Можно и скотчем, если ты хочешь, пожалуйста. Да? То есть можно и клеем, и скотчем, но клеем, я думаю, что можно, ну, нужно и тем, и тем. На самом деле так будет прочнее. Тебе помочь? Нет. Нет, сама? Сама стильно пораюсь. Так. Окей. Здесь мы будем делать, тоже берем полностью бумагу, полностью весь рулон, и режем его на несколько частей. Так, я предлагаю, чтобы у нас был один короче, а другой длиннее, поэтому не пополам, угу. А вот так. А наша Женя допомагає мені клеїти, я поки що взяла готову квіточку. Ну, ось що у нас виходить, ви вже можете побачити, да, я думаю, якщо ви вдома... Вийшло дивовижно, дивовижно. Подивіться, яка краса. А у цьому варто вчитися, дійсно. Я думаю, що в мене з першого разу так не вийшло, але я думаю, що варто спробувати. Прикрашає доволі непогано. Так, я думаю, чудово. Просто прикраса на весняні дні, вже хочеться весни, і ось таким чином ми її вже прикликаємо з Іриною, щоб вона вже нарешті до нас прийшла.